Внутренняя уверенность гимнасток, полное владение эмоциями и мимикой, способность передать окружающим самые глубокие чувства. Из всего этого складывается сценический образ. Его гармоничным дополнением становится правильно выбранный купальник и красивый макияж. Все детали создают единую картину и добавляют лоск соревнованиям. Будущая Россия объединила 500 спортсменок из 25 регионов страны. Каждая из них нацелена только на золото. Для этого придется довести каждый элемент выступления до идеала. Дети готовились очень ответственно. У нас ежедневные тренировки. У нас практически нет ни выходных, ни праздников. Мы живем гимнастикой. В соревнования включены классические дисциплины, индивидуальная программа и групповые выступления. Как только гимнастки выходят на ковер, к ним прикованы взгляды экспертного совета судей. Они следят за чистотой исполнения каждого элемента. Вот у нас маленькие крошечки закончили свои выступления. Как раз в маленьких детях исключается наше будущее. Будущие чемпионки, будущее – наша гордость. И для девочек большое счастье выступать с именитыми спортсменами на данной площадке. В качестве площадки была выбрана Татьяна-арена. С открытием дворца художественной гимнастики уровень подготовки наших спортсменов значительно повысился. Это доказывают их достижения. В первый день соревнований сборная команда Ульяновской области заняла первое место в групповых упражнениях по программе первого спортивного разряда. Первенство посвятили Дню России. Лучших будут выбирать до 12 июня. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.